Сегодня приблизительно в 11 часов утра поступило сообщение из дежурной части о том, что на дне Волги на набережной Космонавтов лежит велосипед. После чего мы выдвинулись на данный адрес, велосипед был обнаружен. По прибытию следственной оперативной группы этот велосипед достали, после чего он был передан на хранение в отдел полиции номер 1.